понедельник в Самарской области пасмурно, преимущественно без осадков. Днем 10-12 с плюсом, ночью 7-9 градусов выше 0. Северный ветер 3-5, порывы до 10 метров в секунду. В Сызрани тучи, днем плюс 10, ночью плюс 9 градусов. Северный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, температура воздуха днем плюс 10, ночью плюс 8 градусов, северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, днем плюс 10 градусов, ночью 8 с плюсом, северо-восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 52%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.